Все эти поросята будут подаваться приправленные отходами производства оливкового масла. И это не просто кулинарный каприз. Из нашего репортажа вы узнаете, что этот необычный рецепт является частью амбициозного исследовательского проекта. На этой экспериментальной ферме поросят кормят смесью сои, зерновых и побочных продуктов производства оливкового масла. Ученые решили узнать, улучшает ли это здоровье животных и производительность. И выяснили, что это именно тот случай. Хороший рост, хороший корм, поэтому на единицу произведенного мяса требуется меньше корма. А что эти исследования показали в плане здоровья животных? Мы изучили состояние их желудочно-кишечного тракта, а также иммунной системы животных, и все было хорошо. Чтобы включить пищевые отходы в комбикормовую цепочку, необходимо увеличить их срок годности посредством быстрой, безопасной и энергоэффективной сушки. Ученые этого европейского научно-исследовательского проекта разработали прототип аппарата, способного высушить остатки таких продуктов, как морковь или йогурт, с помощью обычной воды. В первой секции установлен бассейн с горячей водой. Оттуда тепловая энергия передается на пластиковую ленту, а затем на влажный продукт. Это позволяет высушить пищевые продукты за 3-5 минут, что очень быстро по сравнению с другими системами. То есть для удаления воды из пищевых продуктов используется вода? Да, в замкнутом цикле мы фактически нагреваем воду. И энергия этой горячей воды выпаривает ту воду, которая содержится внутри пищевых продуктов и вызывает их порчу. При сушке мы нагреваем продукты, чтобы удалить воду, но все же они остаются относительно холодными. Таким образом, мы сохраним их витамины, цвет, питательные вещества, антиоксиданты, вкус. Мы сохраним все эти элементы в конечном пищевом продукте, но в концентрированном виде. Ежегодно в ЕС выбрасывается около 100 миллионов тонн пищевых продуктов. Чтобы минимизировать потери, ученые решили выявить отходы, богатые такими элементами, как олигосахариды, пептиды или антиоксиданты, полезными для сельскохозяйственных животных и, соответственно, для их мясной продуктивности. Мы хотим больше сконцентрироваться на недооцененных на данный момент пищевых отходах, таких как луковая шелуха. И мы действительно хотим детально проанализировать то, какие части, какие компоненты внутри этих отходов являются более активными и оказывают наибольшее биологическое воздействие на животных. Это позволит еще больше оптимизировать процесс производства. Перспективные пищевые отходы были протестированы на свиньях и птицах. Исследователи говорят, что сумели добиться ряда конкретных результатов. Мы подготовили большой каталог отходов из 42 продуктов питания, генерируемых в настоящее время по всей Европе. Эти отходы характеризуются по широким показателям – химическим, физическим, микробиологическим, а также с точки зрения их безопасности. Это позволяет определить наиболее ценные пищевые отходы в качестве основы для будущего корма. Исследователи рассчитывают, что корм нового типа поступит на рынок уже в ближайшие 2-3 года.